Счастливая семья – залог будущего нашей страны. В целях популяризации пропаганды нравственных ценностей и повышения статуса ячейки общества в 2013 году указом президента был объявлен республиканский конкурс «Мирелле от Бассе». С тех пор он стал доброй традицией. Сегодня в торжественной обстановке наградили победителей. В этом году конкурс проводится уже в 7-й раз. По сложившейся традиции, конкурс организован в преддверии Дня семьи. В этом году он приурочен к 30-летию независимости. Торжественно и волнительно для участников прошла сама церемония награждения. В этом году она состоялась онлайн. Лучшие семьи из всех регионов страны поздравил государственный секретарь Республики Казахстан Кырымбек Кушербаев. Открывая церемонию, он зачитал поздравительное обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором отмечена особая значимость конкурса воспитания подрастающего поколения и укрепления семейных ценностей. Этот конкурс стал традиционным. Выявляются семьи, внесшие вклад в развитие нашей страны, что очень важно для развития духовности и поддержания здорового общества. Он наглядно показывает, что семья – источник таланта детей, формирование важных устоев и ценностей. Всех участников конкурса хочу поздравить с наступающим праздником Днем семьи. Этот конкурс отличается от предыдущих, ведь в юбилейный год победителями стали все 17 семей из 14 областей и 3 городов республиканского значения. Всем им вручен специальный кубок и денежный приз, что стало прекрасным подарком ко Дню независимости Республики Казахстан. Почетное звание «Мирелле от Бассе» получила букиардинская семья Тажмуратовых. Подарок от имени главы государства вручил аким области Гали Искалиев. Вы удостоены высокой награды в конкурсе. Я прочитал вашу биографию. Вы настоящий мужчина, патриот своей страны, трудолюбивый. Сразу после школы вы начали свой трудовой путь. Начинали с разнорабочего, потом стали бригадиром. Прошли все ступени. Сейчас вы глава крупного крестьянского хозяйства. Глава большой и замечательной семьи. На вашем пути было много сложностей, но тем не менее вы достигли больших успехов. Семья Тажмуратовых – пример высоких семейных ценностей для молодежи. Глава семейства всю жизнь проработал в сфере сельского хозяйства. В 1997 году основал крестьянское хозяйство «Нарын», где начал разводить казахскую белоголовую и дельбайских овец. Сегодня здесь более 20 человек обеспечены постоянной работой. Нагым Тажмуратов принимал активное участие в общественной жизни, был депутатом районного маслихата нескольких созывов. Вместе со своей супругой Гульнар воспитали 5 детей. 2 сына Алтай и Алибек пошли по стопам отца. Сейчас глава семейства на заслуженном отдыхе. Он почетный гражданин Букиардинского района. Отрадно, что все участники республиканского конкурса стали победителями. Каждая семья внесла свой вклад в воспитание молодого поколения. В каждой семье чувствуется любовь к родине, к родной земле. Пусть таких семей будет больше в нашей стране. Чествование лучших семей стало уже доброй традицией. С года в год число конкурсантов растет, отмечают организаторы. За 7 в республиканском проекте «Мирелле от Бассе» приняли участие более 100 семей при Урале. Альбина Кумаргалиева, Рустем Ищанов, Аида Сагидулла, телеканал Акжейк.